Всем привет! Вы на канале Family Time на кухне. Сегодня мы будем готовить салат с баклажанами. Безумно ароматный, вкусный, невероятный. Мне очень нравится. Мы будем обжаривать все ингредиенты отдельности на сковороде, используя небольшое количество масла. Начнем мы с баклажанов. У меня два баклажана. Я нарежу их на прямоугольники. Затем нужно будет их посолить, залить водой и дать им постоять. Делать мы будем это для того, чтобы наши баклажаны в будущем не горчили. Итак, я закончила с баклажанами. Теперь перекладываю их в чашку. И, как говорила ранее, уже засыпала солью. Перемешиваем и заливаем обычной комнатной температуры водой. И оставляем стоять минут так 30. Так как баклажаны имеют свойство всплывать, я накрываю сверху тарелкой. Так они остаются под водой. Также мне понадобится один болгарский перец. Его я режу пополам и еще раз пополам. Затем вдоль. Можно нарезать перец на большие кусочки, но я хочу, чтобы все кусочки были у ингредиентов одинаковые. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и начинаем с обжарки перцев. Готовый перец снимаем с огня и выкладываем в тарелку. Далее использую одну среднюю морковь. Ее также нарежу на такие же кусочки. Морковь обжариваем до мягкого состояния и добавляем к нашим уже готовым перцам. Следующее берем за дело лук. Лук нарезаем полукольцами. И точно так же, как и прошлые ингредиенты, обжариваем до золотистой корочки. Последняя составляющая, которую нужно нарезать, это грибы. Их я режу довольно более крупно. Люблю, когда грибы ощутимы в салате, не слишком мелко порезанные. И обжариваем до готовности. Итак, мы пережарили практически все ингредиенты, остался только баклажан. Его я уже в воду слила, дала хорошо просохнуть и обжариваем его тоже. Пока обжаривается уже наш последний ингредиент, я приступаю к заправке. Для нее нам понадобится свежий чеснок, его мы давим через чеснокодавилку. Также сюда добавим зелень, можно использовать как петрушку, так и укроп. Либо вообще можно использовать зеленый лук. Заправка у нас будет кисло-сладкая, поэтому по чайной ложке меда добавляем. 1 столовую ложку лимонного сока. И где-то 3 столовые ложки соевого соуса. Также 1 столовую ложку подсолнечного масла и все перемешиваем. Добавляем в салат.
Когда салат хорошо перемешаете, можете попробовать. Может быть, вам что-то нужно будет добавить еще, ведь вкус у всех абсолютно разный. Кроме соли, я добавляю немного красного перца и сушеных трав. Итак, наши баклажаны тоже уже готовы, их добавляем в салат. Так просто и быстро наш салат полностью готов. Так что, если у вас в доме вдруг завалялись баклажаны, и вы не знаете, что из них приготовить, этот салат настоящее спасение. Очень вкусный, праздничный и готовится довольно быстро и очень просто. Если вы не любите грибы или не хотите готовить с грибами, можно заменить их на помидоры. Тогда салат заиграет другими красками. А я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. С вами была Лена. Пока-пока!